Всем привет, это у нас Мороженщик 2. В этом видео попробуем пушкой позагонять рода в разные места и посмотрим, как он будет из них выбираться. Давайте стартовать. На призраке. И также сегодня рассмотрим один баг от подписчика. Он написал, что если мы роду не дадим домолиться, он нам спичек не даст. Опять-таки мы будем мешать ему теннисной пушкой, которую мы возьмем на локации цирк. Бам. Сейчас ищем пропуск. Также еще один подписчик написал, как он назвал это лайфхаком, что если у нас вот этот синий бегунок идет медленно, значит в этой мусорке будет пропуск. Но я уже данный лайфхак проверял, не заметил разницы вообще между мусорками. Смотрите, везде скорость одинаковая, но скорее всего в этих четырех мусорках у нас будет пропуск. Давайте здесь протестируем. Нету, видите? То есть его лайфхак не работает. Тоже не быстро, не медленно. Так же. Смотрите, рот там гуляет. Мы его, кстати, даже сегодня можем туда поместить. Только каким образом мы его оттуда достанем? Вот видите, точности также по скорости. То есть данный лайфхак развеян. И он не работает. Чарли... Видите, не на всего Чарли можно нажимать. Как? Смотрите, это невозможно. 777 очков. Так, он сник и отдал мне пушку. Ну-ка, отсюда попаду. Бам! Он за мячиком побежал. Ну-ка, походу. Бам! Бам! В головяру. Бам! Будем теннисную пушку заряжать за рекламу. Смотрите, я не вижу, где он. Бам! Бам! И бам! Ну так, конечно. Так, хорошо, поехали на локацию гараж. Начнем с нее. Так, гараж. Лис мы сегодня спасать не будем. У нас сегодня эксперименты с теннисной пушкой. Будет ли Рот ходить, если мы его оставим вот здесь? Для начала привлекаем, очень темная локация. Так, сейчас мы его, так скажем, выпарим. Ты куда пошел-то? На! Ты понял, где я теперь? И... Бам! Скидываем его в ров, в котором еще нет воды. И ждем, что будет. Ну-ка, лис. А пока что, кстати, сходим за свечами. Бам! Потом его поместим в гараж. Действительно ли он... Не может выбраться из гаража. Или у меня тогда произошел баг. Смотрите, откуда я знал, что здесь кусачки. Просто рандомно проверил в самом начале. Свечи есть, ура. Тебе нужно разрезать провод, чтобы это открыть. Но я уже открыл все давно. Рот пока что валяется. Так, на что это похоже? О, смотрите, ножку поджал. Он как будто бы сейчас будет прыгать. Нет, 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 нет. Кстати, он мне дает 5 или держит в руке телефон, смотрите. Очень-таки похоже. Он звонит, скорее всего, кому-то. Так, 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 давай. Выберешься ли? Сейчас пошумим. Конечно, лучше проверять на сложности, там он хотя багрится будет. Что? Рот дремлет! Его спасла анимация сна. Бам. А так нечестно. Давайте еще тестировать. Вы видели, он просто спать улетел причем. Это же тоже баг. Ты сбил рода, и он будет без сознания в течение 1 минуты. Так, бам. Так, отсюда ничего не видно. Вот это да. То есть сейчас будем смотреть сразу же на него. И на гамак. Вижу... Гамак и его, смотрите. Но мы с вами наблюдаем именно ту самую сцену, что Рот все-таки не может выбраться из рва. Но он и спать не хочет. Ес, переместился. Я, похоже, этот момент даже заснял. Постараюсь вам его замедлить.
Так, что будет, если я сейчас по нему шмальну? Это же будет жестко. Да как так-то? Ты что так быстро спишь? Давайте еще раз дождемся того момента, чтобы он лег спать. Я спать, ведь наконец-то сейчас влуплю по нему. Бам. Можно, смотрите. Просто спящий рот остался здесь. Фантастика редчайшего уровня. Я сейчас его столкну, смотрите, что будет. Кстати, можно его вообще реально сталкивать вот так? Бам. Я хочу его попробовать скинуть с карты. Но мне нужно его поместить вот в этот закуточек. Так, он уже прилег. И сейчас его люком закроем. Так, ноги зажаты. И люк. Все. Фантастика. Он, возможно, провалится. А так, а если я нажму... Смотрите. Бам! Вы видели, что получилось? Я смог его почти под карту поместить. Вот так. О, все, как будто бы в сауне сидит. Смотрите. Ну ладно, по крайней мере, так можно оставить. Все, упал. Упал с карты. И видите, откуда-то пришел. Ес, я его поместил под карту, ура. Следующее. Теперь нужно его запихнуть в гараж. Иди ко мне сюда. И шмаль. Так, ну, достаточно легко. Кстати, я могу поместить даже в холодильник. Но он, скорее всего, из него умеет выходить. Ах ты, голова вглядывает. А странно, почему его тело может выглядывать. Так, нет, 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 не падай. Не падай духом. Машет мне ручкой, смотрите. Вау. Дай 5. Это, кстати, неплохая превьюшка, так-то. Вау, ничего себе. Он реально дает 5. У него в руке яблоко. Yes. Сейчас следим, что будет. А, теннисный пистолет можно даже не брать. Я сейчас переименовал теннисный пистолет в теннисную пушку. Потому что больше подходит. Так как это реально как ракетница. Бам. Ой, вышел. Я проследил. Так, 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 смотрим. Ну-ка, отскоком можно? Реально, считается ли отскоком? Кошка. Попал. От стены можно даже, вау. Все понятно, уезжаем на следующую локацию. Проверять, где можно рода там. Забаговать. Кинотеатр. Так, ну можно, в принципе, в багажнике. Ага, в багажнике, конечно. Еще нужно поместить туда. Он храпит. Это что ж такое-то? Звук храпа. И напоследок мы с вами проверим баг от подписчика. Если рот будет молиться и в этот момент нам как раз-таки по нему выстрелить, даст ли он нам спички по итогу или нет. Так, ну я рода зажал вот так. Ах ты, его отпустила. Ой, я сам с собой закрылся, смотрите. Пока он типа спит. Бам. Ух ты, я успел. Бам. Так, сейчас что будет? Видно, он уже стоял. И не собирался никуда идти. Но в идеале нужно его вообще в багажник положить. Хорошо, у нас рот один раз залез в багажник, больше не хочет. Поехали на другую локацию. Сейчас поедем в цирк. Так, ну здесь рода можно... забаговать, конечно же, в логове, в цирке и в холодильнике. Но мы сейчас сделаем это в холодильнике. Бам. Открываем его. Он, наверное, здесь, да? Вот сюда-то уж на изи запихну его. Потому что я это делал даже с помощью рогатки. Ты куда? Иди, иди, иди. Бам. Ну все, смотрите. Помещаем его в холодильник. И закрываем. Ноги может дозапихнуть. Ну ладно, он скорее всего встанет там. Проверяем.
Если будет забагованный в холодильнике, дальше поедем на кладбище. Ес, смотрите, просто стоит. Рот, привет, все. Забаговался, едем далее. Сейчас у нас предстоит последняя проверка. Выдаст ли Рот спички, если мы помешаем ему молиться? Берем свечи. Нам нужно четко это все сделать. Так, нужно ли смотреть? На всякий случай просмотрим эту сцену. Вдруг постановка спичек без нее не начинается. Попасть бы по нему только. Бам. Бам. Он поджег свечи? Не поджег. Ну и ладно. Нам главное иметь заряженный пистолет. Сейчас начнется. Будет ли он опять поджигать свечи? Или уже больше не станет вообще ничего делать? Но я ему ту анимацию жестко сбил. Он хотел уже было выдавать нам спички. Смотрите, еще раз делает это. Бам. Спичку успел положить. Но непонятно, в какой момент тогда он бы их не стал класть. Свечи он зажег, спички выдал. Я думал, это второй рот стоит уже, но нет. Это его халатик. Сейчас растопим мороженое, смотрите. Его над свечками просто поставили. И он дрожит. Давайте мы на этом видео закончим. Сегодня мы над Родом побаловались, позабаговывали его в разных местах. Даже получилось скинуть его с карты с помощью люка. Подписчикам спасибо за предложенные идеи. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В том числе и по Мороженщику 2. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.